Андрей, а чем ты занимаешься? Ну что ты, ты там сдохла, нет уже? Можно тебя снимать-то уже, я не понимаю. Андрей, можно ставить бедную птичку в покое, бедную чаечку, а? Что она тебе сделала? Она сдохла или нет? Тогда уже как 100 лет прошло, тогда. Снимай, разделывай ее, давай, и на костер, сразу на мяско. Кстати, по-моему, приготовил. Все, бери мясо и хавай давай быстрее, Андрей, быстрее давай. Спасибо. А что-то эту чайку-то не разделал-то, всему учить надо, а? В общем, друзья, всем привет, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, со мной сегодня Андрюшенька Индифай, и добро пожаловать на новую серию по выживанию в такой игрушке, как Стрэндоги. Ой, Андрюша, знаешь, чем мы сегодня с тобой будем заниматься? Ты в меня не тыкать, не надо, успокойся. Андрей, значит, мы с тобой долго это планировали сделать, еще когда мы не попали с тобой в авиакатастрофу, когда мы еще с тобой... А куда ты кинул копье? Олег, ты метни его вверх, ты охуеешь. О, нифига, оно прилетело. Смотри, как оно четко воткнулось, смотри. Кинь его вверх, смотри, кинь его максимально наверх. Ну давай, ладно, давай. Смотри, так. Прямо максимально наверх. Ну. И бросай, смотри. Так, еще. Ну вот, я вижу, как оно летит, я вижу, и... Нихуя. А попробуй встать, потому что попаду по тебе, не? Вот, иди, давай попробуй. Да нет, это ж бред, я не попаду по тебе. Охуительное развлечение. Ладно, Андрей, на самом деле, давай шутки в сторону, значит, смотри, Андрей, как видишь, мы очень сильно с тобой загрязнили этот остров, да, как с момента нашего прибытия, да? Это не совсем хорошо. Поэтому я решил, Олег, суициднуться. Ты дурак. Так, вот это, кстати, надо подобрать. Ребят, в общем, сегодня мы с Андреем наконец-таки приступаем к строительству нашей первой лачуги, да? Да, да. Значит, у нас есть вот такой вот молоточек, который мы нашли с тобой на затонувших кораблях. Вот, и, да, кстати, забыл совсем сказать, что мы построили еще один водяной фильтр, поставили, значит, мы сюда решетку для дубления. Вот, теперь, смотрите, мы теперь можем делать эту резину, по-моему, да, резину. А вода мне, вода. Вода, ну вот, пей вот отсюда водичку, пей вот оттуда водичку, да. Ну, ребят, сегодня самое главное, это то, что мы приступаем к крафту и строительству нашего нового дома. Я предлагаю, Олег, давай, наверное, дом будем делать где-нибудь вот здесь на берегу, чтобы, если что, мы отплывали на далекие расстояния, мы могли его видеть. Вот, поэтому... Сука, а, слышишь, воткни, не-не-не, не так, возьми в руки копье. Блин. Просто когда, короче, копьем бьешь по крабику, он насаживается прямо на это копье, и ты носишь его вот так вот. Так, ну ладно, смотри, значит, для начала строительства нам нужно очень-очень много бревна, прям очень дофига... Что такое? А, да, я про это и говорю. Так что, Андрей, твоя задача на сегодняшний день добыть очень много дерева. Прям очень много дерева. Потому что мы, ну, а ты что думал, мы что, из чего будем? Из песка строить дом или что? Я вот тут уже одно дерево разделал, пока тебя ждал, так что давай. Я не раб. В смысле, ты офигел? А мы что, я вообще этот дом на твоих нас буду строить вообще-то? Ты что думал, Андрей? Я не работаю просто так. Все думал, так будет просто? Нет, конечно же, нет. Я работаю только за деньги. Значит, смотри, я ставлю деревянное основание первым делом, да? И оно у нас будет, наверное, блин, надо, наверное, как-то повыше может поставить. Не, ну слышишь, ну, вообще дружок, можем слышишь? Построить дом на воде. Че смотришь, что думаешь по этому поводу, а? Я, Олег, думаю, что мне как минимум нужен топор. Ты сделал же топор? Есть ну, топор? Я топорик себе как раз таки-то сделал. Так ну, ты так можешь, чтобы, так ты сделай сам себе. Так ты сам себе топорик сделай. Камня даже нет, чего так, ладно, все, я начинаю строительство. Вот так вот оно, вот так вот, смотрите, ребята. Прожито, это 6-й день выживания, ребята, чтобы вы уже понимали, да? Так, ну смотри, деревянное основание, одно я уже сделал. Так, а это что такое? Это у нас пол, правильно я понимаю, да? Стена тут, ема, капец, как сложно. Друзья, кстати, реально, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень сильно интересно вспомнить вообще, как это делается, потому что я реально не помню, как делать плот. Я точно помню, что можно сделать прям плот на моторе. Так, да, что, Андрюша, нравится, да? Нравится пока что получается. Да, это лучше, так вот, ребят, жить. Пожалуйста, напишите в комментариях, из чего нужно делать плот. Подожди, мы построили? Да, вот это построили. Да. Из чего делается плот на моторе, то есть, потому что я реально не помню. Для этого нужно что-то, что появилось в крафте, но у нас этого, к сожалению, нет. Так, Андрей, ну все, у меня все дерево закончилось, поэтому погнали добывать дальше. Так что думаю? Да, а топор, что, да? Дай. Так, а ты без топора можешь спокойно все это добывать. А, ну да, круто. Не, так в смысле, подожди, стоп. Вот на улучшенный ножик себе. Вот, держи, я скинул. Ну вот, каким добывай. Ножом, если хочешь, чтобы я работал, давай. Ну, топор. У меня только один топор, что я тебе, чем я тебе помогу? Скажи, пожалуйста. А куда ты нож скинул, его не видно. В смысле, вот где-то вижу. Здесь валяется, вот, да. Нет, да, либо кстати, ты мне ребят, даешь топор. Да что у тебя, что опять не так-то, а? Нет у меня топора еще одного, понимаешь, Андрей? Топор должен быть только да у мужчины, понимаешь? Каким ножом, блядь, ломать дерево? Все, давай, 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 Андрей. Ну что, ну иди скрафти топор сам себе. Че я должен за тебя все делать постоянно? Ты мне хотя бы камень, дай ты весь камень с острова спиздил, блядь. Для камня нужно сделать кирку. Нет, камень, кстати, вон камушек валяется один, вон второй камушек валяется отсюда, вижу. Реально? Оказывается, ребят, оказывается, я прожил просто вне записи один день, и за этот один день многое, что на самом деле на острове поменялось. Какие-то росточки начали расти, что-то еще выросло. То есть реально остров живой. И это самое главное. То есть теперь я могу спокойно находиться на этом острове, и будучи уверенным в том, что мы у нас не закончится просто ресурсы в какой-то момент.
нет. Кстати, ребят, в прошлом ролике меня укусила змея, как вы помните, да? И я вылечился. Да, от... опять что ли отсасывать? Что? Да нет, ничего не надо. Андрей, ты дурак что ли? По привычке что ли? Или что, я не понимаю? Ваши, я наоборот сказал, что я излечился от укуса, ты понимаешь? Я излечился от укуса. Блин, Олег, ты куришь, что наш остров очень маленький? Ну так это самый вообще-то большой остров по размерам. Ну типа тут есть... Я сейчас тут его... есть... Нет, смотри, тут есть большие острова, есть маленькие острова, есть средние вроде. Вот у нас самый большой по размеру остров. Вот тот остров, на котором мы начинали с самого начала, это маленький остров. Там да. А у нас уже остров побольше. А ты что хотел? Тут просто очень много островов, которые находятся вокруг себя, поэтому как бы мы потом уже, как только построим плот, отправимся на изучение вообще всего того, что находится вокруг нас. Ну естественно, а ты что думал? А ты где камень вообще видел, Олег? Камень? Так вон на берегу, напротив меня камушек один торчит, и даже два, Андрей. Так, ладно, я, короче, пойду дальше достраивать наш домик из того, что я сейчас добыл. Но, ребят, строительство дома на самом деле это не такая уж и простая на самом деле часть нашего выживания. Потому что сами понимаете, что мы хотим построить хороший дом, надежный, да, который не разломается, да, тёплый. С цунами какой, теплый, естественно, конечно, да. Вот, надежный, поэтому на это нужно много времени. Вот, а как вы понимаете, времени у нас здесь не так уж и много. Так, а я могу лестницу построить? Вот, деревянная, вот здесь вот такая. Да, блин, а на лестнице нужна веревка, да? Пиздец, что я умираю нахуй. Что не то, что, Андрей, ну что, что? У меня, Олег, жажда. Ну так попей воды, достань кокос, попей оттуда. Ну что ты, вот за тебя нужно все, блин, учить? Понимаешь, Олег, что, Олег, понимаешь, что у меня больше времени уйдет на то, чтобы просто выжить нахуй здесь. Я вот для кого поставил два фильтра воды, скажи, пожалуйста, чтобы один был твоим, один был моим, понимаешь, да? А ни в одном из них воды нету, блин. Ну так а я что сделаю? Надо ждать дождь, когда он начнется, понимаешь? Начни, побегать, что, блядь, что, с бубном. Что, с бубном побегать? Нормально вообще, а? С каким бубном тебе побегать, скажи, пожалуйста, с каким? Вызови головой... шамана, блядь, для дождя. Какого шамана? Андрей, я занимаюсь строительством, как же ты это не поймешь-то, а? Вот реально, а? Ну вот я не понимаю, ну вот просто, я, значит, строю, значит, стараюсь. Для кого я вообще стараюсь, скажи, пожалуйста, а? Вот для кого я всем этим сейчас занимаюсь-то, а? Я что умираю, ты? Умираю. Ладно, сейчас разберемся, что у тебя там, с чем там у тебя проблема-то, а? Нет воды, нет еды, у меня переохлаждение, пережарение. Так, а мне тоже, кстати, ой, по показателям все плохо. Так, ладно, сейчас мы, короче, все это будем дело восстанавливать, Олег, ребята, понимаешь, и вернемся. Нету времени на строительство, здесь время только на выживание. Ой, дурак, ладно, ребят, сейчас мы все это восстановим. Так вот, мясо приготовленное валяется, чайки. Давай, блядь, я уже все, я его уже съел, я тоже проголодался. Пополняй. Все, разжигай быстрее, давай. Все. Так, а где у нас, погоди, птичка была-то, подожди. Просто идиот, блядь. А где, подожди, ты мясо змеи-то положил или нет? Наверх-то положил. А где вода где? Да вода, ну что, вот вода, ну что? Ну, а что, вода реально-то не добывается? Андрей, ну пожалуйста, соображай. Ну что, ну дурак, Андрей, реально, ну ты вот, ну тупица, реально. Ну вот просто с кем я выживаю-то, а? Взял костер, сломал. Ну поздравляю, красава, молодец. И после этого, Олег, меня наказали, божья сила, кара, блядь. Ой, Андрей, ну просто, ну вот с кем я выживаю, ребят, скажите, пожалуйста. Олег, я профессионал выживания, еще Олег, помни меня что-то. Еще самое главное на меня что-то говорит, понимаете? Еще самое главное, я в чем-то виноват постоянно. Я что-то с бубном должен делать постоянно, призывать дождь должен я, строить дом должен я, еду добывать. А ты чем должен заниматься, скажи, пожалуйста, а? Печень ты такая, реально просто, а? Не, ну я реально в шоке. Ребят, я просто в шоке. Я, ну, восстанавливайся, шоке, давай, восстанавливайся. Ну смотри, какая красота получается, Андрюша, ты посмотри, а, нормально, ну, да? Получается неплохо. Ну неплохо, согласись, это ведь только начало, понимаешь, да? На самом деле получается говно, потому что фундамент какой-то неровный, цемента ничего не залито. Фундамент неровный, я не понял, ты совсем попутал что-то, а? Олег, реально дерьмо какое-то бревно валяется. Мы сейчас сделаем вот так вот, смотри. О, нихуя себе. Ну, так сейчас лесенку, ты понимаешь? И это мы еще с тобой кирпичи не умеем делать, а потом-то дом из кирпича можно будет построить настоящий, реально. Да? Реально. Короче, мы с тобой, Андрей, здесь, к сожалению, надолго, да, потому что, да, о, с тобой мне жить придется... О, а еще и ломать можно? Ты... У нее реально хп убывают, Олег. Так а зачем ты ломаешь? Зачем ты ломаешь, Андрей? Я нечаянно сломал, Олег, по-моему, реально, смотри. А, все, а тут мы ставить не можем, потому что уже над водой, да? А вот с этой стороны можем. Ну все, отлично, тогда давай здесь все вот так вот поставим, отлично, все. А стены как мы тогда будем стены делать? Стены так же поставим просто по периметру, Андрей, ну что ты тупишь, так, ну, блин, а? Повышение, Олег, это уровня... реально какой-то хуёвый строитель, потому что доски не отёсаны, пол кривой. Так, а может вот этот говно металлический кусок подобрать, пожалуйста? Подбери давай металлический кусок. Так, они все равно не ставятся, да? А сигали не ставятся.
Не понял. Погоди, стоять, стоять. Вот, вот теперь ставится. Вот теперь ставится. Так, Андрей, надо лезть эту теперь чинить, потому что ты ее сама, молодец, а, ну, красава. Тогда не молоток, тогда не будь долбоебом. В смысле, молоток, да. А как это чинить, погоди? Ну, все. Все, вот видишь, Андрей, мы вот потом меня, еще раз меня... ломаем. Да не надо ломать, Андрей, ну реально. Ладно, все, у меня все, руки растут из правильного места, в отличие от некоторых, понимаешь, ну, да? Ну или я сейчас пойду за молотком. А ты можешь убрать вот этот металлический кусок? Я же попросил, пожалуйста, убери. Я убрал его в другое место. Ну за что, ну за что, мне дали. Ладно, вот именно. Хорошо. Почему давай, у меня жена такая тупая, реально, я не понимаю. Говори, а? Говорили, что делать надо. Настя, смотри, добывай дерево, я тебя попросил, да будь дерево, много. Я не буду странным ножом этого делать. Ну почему, Андрюша, ну почему? Потому что это блевотня ебаная. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну по-братски прошу тебя, а. Так, смотри, все, мы в принципе фундамент построили, теперь наша задача это сделать стены, поставить именно стены, да. И там окна заодно, вот это все, да. Для этого нам также нужны палки, вот. И надо еще дверной проем сделать, для этого нам также нужны палки. Так что, друзья, ой, еще ночь наступает. Короче, мы сейчас все это, наверное, дело пропустим, потому что, сами понимаете, ночью нифига не видно, супер Далек, темно. Я уже завалил первую, да. Эту. Кого первого завалил? Дерево? Молодец, красава, красава. Так держать, так держать. Все, мы тогда дальше все это сейчас будем добывать, уже как утро наступит, продолжим дальше строить нашу хижинку. Так, Андрей, знаешь, что я переживаю, на самом деле, что-то ветер в это усилился как-то, смотри, и волны что-то как-то, они прям на уровне с нашим домом, я надеюсь, все вообще нафиг не снесет. Так это что, шторм? Так это шторм, да, я вот надеюсь, что наш дом нафиг просто не снесет отсюда. Так, все, я начинаю строительство стен, значит, а, подожди, во-первых, дверной проем надо сделать, наверное, да? Так, у нас лестница с какой стороны? Вот здесь, значит, ставим дверной, а что, так нельзя поставить, что ли? Ладно, тогда поставим вот так вот. Олег, так? я поплыву в шторм. Куда ты там в шторм собрался, плыть, дурочка такая-то, а на ты плоту. Видишь, погода какая, тебя нафиг снесет отсюда, ты че? Я на нашем плоту хотел плыть. На каком плоту нашем? Друзья, а че не ставится так стены, я не понимаю, погоди. Че за фиг? Ну, как-то некрасиво получается. В смысле некрасиво получается? Ты офигел? Я гений архитектуры, Андрей, ты че с ума на, сошел? Олег, на. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вот, молодец, молодец. Так держать, так держать. О, седьмой день, Андрюша, неделю продержались уже, Андрюша. Реально. Чё ты отстрелу-то нафига сделал-то, а? Не знаю, случайно получилось. Все у тебя случайно каждый раз, да? Все у тебя вот так вот не хотел, да? Чё, мне нравится, колхозник? Колхозник? Ты меня как назвал? Ты офигел, а? Ты чё там разлёгся? И чё там разлеглась? Олег, а это я держусь, а? И чё там разлеглась? Давай плыви на остров обратно. Давай, давай, сейчас я возьму, короче. Не, ну слушай, красиво реально получается пока что. Мне нравится, мне нравится. Ну, что мы как бы сейчас это потеряем, нахуй, по нашу плот, блядь. И потом верни на... его, самое главное, обратно, блядь, обратно, да и все. Почему он под воду уходит, пизда? Да верни обратно, в чем проблема, я не понимаю. Ты я разворачиваю его. Вернуть... Вот. Знаешь, как тяжело такой шторм управлять? Так ты можешь на якорь просто бросить его и все там. Нет. В смысле нет? Олег, пизда, здесь застрял. Так ты просто брось его на якорь и все. Как? Ну, в смысле, там есть, там можно бросить просто якорь на него. Еблан, блядь. Андрюша. Хранилище плота, здесь нельзя на якорь поставить. Там можно на якорь поставить, Андрей, там можно. А, я бросил. Все, бросил, ну все, он теперь туда не уплывет. Все. Пизда, можно возвращаться уходит, обратно. Блядь. Я помню, что здесь можно построить вертолет. Я точно помню. Знаю, что здесь можно построить... Вертолет? Да, да, да. Прямо но самодельный? Но это потом, это потом. По вертолет на конце, пока еще рано. Вот, нам сейчас надо, нам надо дом построить. И ну, уже после этого нам нужно будет строить плот на моторе. Я вам принес. А ну скинь, да я посмотрю, что тут находится внутри. Ну нормально, все, неси костру, давай. Давай, неси. Что там, подожди. Ну там ткань, там двигатель. Топливная и... система, нихуя. Ну у нас себе. Есть, у нас уже все это есть на самом деле. Понятно. Знаешь, я в море выкидываю не, нахуй. Ну, можешь, пожалуйста, сделать то, что я тебя просил. Хотя бы рад в жизни, пожалуйста. Блин, нам реально кирку, нам, походу, реально слышу за камнем, нужно будет плыть на другой остров, потому что у нас камень закончился просто. Блин. У нас просто нету ни одного камня на острове, ты понимаешь? Ни одного просто. Как это понимать? А, подожди, так у тебя ты можешь кирку создать. Так я-то не могу, потому что у меня нету камня. Камни, понимаешь? Как я сделаю тебе кирку? Блядь. Как я тебе кирку сделаю, если у меня камня нету, Андрей? Вот где логика, скажи, пожалуйста. Хочешь, Олег, можешь меня с этой миссии отправить, я сплаву привезу. Нет, Андрей, тебя я никуда не отправлю. Олег, я... Нет, тебя я никуда не отправлю. Ты не вернешься обратно, ты не вернешься. Ты не вернешься, я знаю тебя. Обещаю. Нет, Андрей, нет, я не верю тебе. Ты останешься жить там сам по себе. Я точно в этом уверен, Андрей. Я знаю тебя. Так, молоточек. Так, все, смотри, я начинаю дальше это строить.
строить. Что, нам нужно стенку, наверное, поставить? Ну хорошо, ладно. Окей. Что хорошо, что хорошо? Тогда, что? Как, тогда мы здесь на этом острове с тобой сделаем сына, а я назову его «Иди нахуй». Во-первых, какой сын? Ты чё, дурак? Во-вторых, ты какой сын? Ты чё, дурак? Андрей, ты чё несёшь вообще? Скажи, пожалуйста, а? Так это, ой, блин, ну Олегу стрёмная хата, реально. Да в смысле стрёмная? Офигенно, я ещё не всё до конца детей достроил. Детей у нас здесь не будет. Иди, добывай дерево, пожалуйста. Заебал, блядь. Мы уже весь гектар нахуй срубили, весь лес нахуй. А чё ты хотел с этим деревом делать, Андрей? Какой у тебя там план был? Повтори, пожалуйста, Андрей, по импорту, а? По экспорту скорее. Ну да, чтобы вы понимали, просто Андрей просто вне записи говорит, что он срубит все дерево, отправит его в Китай на продажу, понимаете, да? Вы что-то человек просто вообще скажите, пожалуйста, а? Олег, дай, пожалуйста, я сказал при условии топора, блядь, если у меня будет, ты какого хуйня топор не даешь? Хочешь? Что хочу? Хочешь строй, блядь, что угодно делать, дай топор, чтобы я быстрее мог добывать дерево. Да как я тебе дам топор, если он один у нас, камня нету, понимаешь? Так вот отдай мне его. Да ну нету камня, нету. А, ну охуенно, мне еще и нож сломался, все, пошел. Я тебе нахуй. Давай, я тебе дам нож, иди ты сюда. Дала? Дала? Я тебе дам нож, иди сюда ко мне. Ну где? Вот, я скинул, вот валяется, держи. Ты ебал ты мне нож давать, идиот. Так, погоди, там у нас еще ловушка для рыбы где-то здесь должна быть. Погоди, там по-любому рыбка должна быть, 100% должна знаешь, быть. Знаешь, рыбу проще реально в океан залезть и ну-ка. Выловить так, чем этой хуйней. Все, сардину, смотри, нашел. Так, водичка ох, есть? Блин. А чё, где вода-то вся? Я не понимаю это реально, а? Ой, так, я, короче, блядь, сардину бросил как под это. Блядь, как это долго делается? Какой же ты, сука? Так, а чё, ты думаешь, что топором быстрее это делается? Это буквально конечно. На пару секунд быстрее делается и всё. Олег, этот нож тоже сломался. Как ты так быстро ломаешься, ты дурак? И чё нам теперь делать? У нас камня нету. И как нам жить дальше вообще? А я не знаю, Олег, это тебя надо спросить. Ты не, это на самом деле не шутка, а реально, а как нам жить дальше? У нас нету камня на острове, все закончилось. На другой остров плыть, ебень. Нам реально вот просто, чтобы добыть камень, нам реально нужно плыть в другой остров? Что за бред вообще, реально, как это работает? Олег, скажи? У нас нет камня, но есть картофель, тут растет картофель. Предмет спасательный плот унесу очень далеко, чего? В смысле, я на якорь же ставил. Пизда, Олег, охуенно, мы еще и без плота остались. Ну, Олег, теперь мы обречены на. Погоди, а что нам делать теперь? Ну, а теперь, Олег, точно дуй во флейт. А что нам теперь реально делать-то, а? Дурында ты такая, как ты мог флот наш про... Ну как флот, так? Флот, блядь, военно-морской, что ли, блядь, или что? Какой нахуй флот? Андрей, нам теперь точно надо строить флот. А как наш флот реально мог уплыть, если мы его на якорь... Ты точно якорь бросил? Конечно, 100%. Ты 100% уверен? Я же не такой еблан, как ты, я нормально все сделал. А при чем здесь я вообще, если ты... А, у нас еще и... да? У нас еще и молот сломался строительный, но у нас второй вроде был где-то. А так не, реально, а что нам теперь делать? Вот что нам реально сейчас делать, если у нас нету плота? Мы же не сможем его надуть просто из чего непонятно чего. А попробуй стрельнуть всегда на пистолет, а может быть... Я вообще захотел за это взять. Попробуй, может быть, ну, не знаю, может быть, появится реально возможность хотя бы одна наша на спасение, что у нас появится спасательная шлюпка одна, хотя бы просто. Что, стреляем? Куда-нибудь вот сюда стрельню, только не в меня. На помощь! И чё? Я не знаю. И всё? О, нифига. А ты зачем ещё раз стрельнул? Ой! Олег, я не знал, что он два раза стреляет. Ты зачем ещё раз стрельнул? Пизда, блядь. То есть, смотри, Андрей, понимаешь? Если сейчас пролетит где-нибудь самолет, да, и нам нужно будет стрельнуть, то у нас не будет выстрелов, да, ты понимаешь, а? Может быть, аэродроп прилетит? Мы что, здесь реально самолеты летают? Я не знаю. Ребят, реально, пожалуйста, напишите в комментариях, что нам делать теперь с плотом, если его нету, как бы, да? Как нам вообще дальше жить? То есть, как я понимаю, это единственный выход, это реально строить уже плот с этим, с двигателем, да, моторным двигателем. Не хочу, я хотел тот, который резиновый, он охуенный, цивилизованный. Так а вот, а что нам, Андрей, ты сам виноват в том, что он уплыл, понимаешь? Ты проебал его. Ты сам в этом виноват, ты сам в этом виноват. Ты сказал, что просто... Что ты за самка, блядь, самка ебаная, нахуй. Ну, Андрей, понимаешь, я ответственность все перекладываю на тебя, вину на тебя, понимаешь, поэтому так. Ладно, пошли поспим и продолжим. Ну, Андрюша, смотри, осталось поставить лишь только финальную часть для нашего первого этажа. Ну, пока что это будет только первый этаж, а потом со временем, я думаю, мы будем расширяться потихоньку. Ну, ну все, да. Смотри, дверь ну, открывается. Ну, честно говоря, дом дерьмо, Олег.
Ну ты офигел? Ты посмотри, какой вид открывается у нас прекрасно. Ты посмотри. Вот видишь за вид, да, можно поставить. Не, ну красота, красота. Так, а подожди, стоп, это еще не все на самом деле, потому что смотри, так, если я сейчас возьму, там есть еще мебель, но я не знаю, насколько нам сейчас она в принципе нужна для выживания. Тут есть, смотри, тут можно крюки какие-то ставить, на которые мы, возможно, что-то можем вешать. Можно стул поставить. Тут можно поставить стол. Контейнеры, кстати, надо будет обязательно сделать. Постель можно сделать, слышишь? А может, мы одну постель замутим? Три веревки, три ткани и три... Давай постель попробуем поставить, слышишь? Давай. Блин, Андрей, так-то нифига я лето срубил тут, посмотри, просто у нас... Я тебе сразу сказал, что мы... У нас, если пальмы отрастывать, ну, назад расти не будут, обратно, да? То есть, то нам реально придется постоянно... А где дом? А, во, все, нашел. Потерялся на секунду. Еще и дом бы сейчас упал, было бы вообще прекрасно, да? И плота лишились, и дома вообще замечательно. Так, ну, слушай, все, сейчас кроватку намутим, Значит, ты можешь будет постель, спать? Все, сохранена в рюкзаке. Так, смотри. О! А как ее поставить? Блядь, что за шканарь, блядь? А как ее поставить, погоди. О! Все, смотри, да! Мы можем ее переносить, можем спать на ней. Все, сон, сохранить, все. Блядь, шканарь ебаный какой-то. Не, ну нормально. Все, я вот так ее подобрал. И вот сюда, давай вот здесь вот поставил. Во, все. Теперь мы будем спать тут, Андрюша, смотри, все. Где? Смотри, ну нет, точнее, я буду спать здесь, а ты будешь спать в той палатке, которая там стоит у нас. А что ты хотел? А что ты хотел, скажи мне, пожалуйста. Ну, значит, пока ты будешь спать, я основание дома поломаю ножом, блядь, ну ладно, 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 ладно. И он твой посыпется. Слушай, не, ну на самом деле, ребят, тут еще впереди ждет очень-очень-очень много работы, но самое главное, наша задача понять на самом деле сейчас, что нам делать с плотом. Вот, а это мы, скорее всего, уже знаем от вас в следующей серии. Поэтому, друзья, я думаю, что на этом моменте, тем более 8 дней прожито, это хороший момент для того, чтобы закончить даже сегодняшнюю серию по выживанию такой игрушкой, как Stranded Deep. Я надеюсь, оно вам понравилось. Вы, кстати, поставили свой лайк, подписались, конечно, на канал, и захотите увидеть продолжение и выживание нашего в этой игре, то, конечно же, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. И, конечно же, не забывайте про подсказки, это очень сильно нам помогает. Ну все, ребят, на этом сегодня все, всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока-пока.